Напряженный разговор между двумя грузчиками закончился разбитой головой. Полиция установила, что мужчины ссорились в течение дня, потому что не могли решить, кто какую работу должен выполнять. Убедить коллегу напарник решил ударом по голове. Он перешел меня сразу в машину, толкнул и нанес несколько ударов. Не знаю, чем, что с руки, наверное, было. Я открыл дверь его машины, он начал пихать меня ногами. Я, получается, своей ногой его ноги отталкивал. Потом схватив за руки его, вдарил с головы его. Потом он вылез с машины. Я его левой рукой обнял за шею и с правой руки вдарил в лицо. Ну, ударил я его, потом он развернулся и пошел назад на работу. 35-летнего пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, а его напарник, скорее всего, отправится в СИЗО. Події, кваліфіковані за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Триває досудове